Всем привет, котята, меня зовут Лана, и мы пришли, пожалуй, в самую популярную игру по рыбалке в Роблоксе. В нее недавно играло 400 тысяч человек, а мы только первый раз зашли, и ловить, видимо, рыбу будем на листик. Видите, у нас тут на удочке. На листик? На листик. Насколько это? Нет, что? Не на листик, это просто... Это просто палочка наша, это типа удочка. А, то есть у нас Олеска как где? А, есть. Мы, скорее всего, делаем все неправильно. Но вообще, говорят, идите поговорите с пиратом. Или кто там, может, не пират, а Перри. Да, Перри. Короче, игра... О, ежик клюет! А ну-ка. А что делать? Тяни! Я не понимаю, не получилось, да, выловить Не получилось. А гайд какой-то. Ну, пойдем поговорим с этим. Непонятно. Пойдем, видимо, не ну, ловится. Все, нет, пока. Я хочу сам разобраться. Теперь иди говори там. Ну, может, нам нужно удочку получше, еще что-нибудь. А я так поняла, что порог вхождения в эту игру просто огромный, потому что я видела ТикТоки, там стоит человек, у него рыба вот такая на пол карты над головой. Я думаю, что мы такую не поймаем. Вот, но. О, он говорит, что он Ночная меня ждал. Рыбалка. А, да? Только что ж утро было. Ну, уже вечер. Я новый рыбак. Как-то быстро дни плывут, видимо. А, помощь, да, пожалуйста. Поймайте три рыбки, говорит. Ну, ладно, я попробую поймать три рыбки. Я пошла ловить три рыбки. А вот это потрясти, это что будет? О, надо нажимать, это нажимать шейк. Да. И что? И что это? Чего, Лена, разобралась? Не получилось у меня удержать рыбу. Опа. Там как-то нужно пробелом нажимать. А, надо... Угу, надо как-то... Что происходит, господи? Очень сложно. Надо как-то двигать мышью, скорее всего, там написано, в какую сторону, и нажимать. Короче, ребят, сейчас мы 20 минут будем учиться, как правильно ловить рыбку. Возможно, мы еще и не в правильном месте ее ловим. Ну, возможно. Так. Возможно, здесь слишком мелко или глубоко. Не знаю, как там неправильно. Да что ж такое-то? Да помогите мне рыбу удержать! Нужно, чтобы белая рыба была в белой шапочке. Да, а как? Двигать эту фигню. Нажимайте пробел. Каким пробелом? Ну, я пробел нажимаю и... А там мышь нарисована, да. Ну да. Я пробелом делаю. Ты вытащила рыбу? Видимо, не только либо клавиша мыши. Улен, рыбу вытащила-то? Да, да. Ух ты. А ты квест возьми, чтобы три рыбки взять, чтоб тебе... О, тут человек при мне малюсенькую рыбешку поймал. Так. Так, у меня рыба. Сейчас вытяну или не вытяну. Пожалуйста. Пожалуйста, рыба, вытянись, рыба, я тебя умоляю. Я вытянула рыбешку. Она, правда, ура, утонула. Наконец-то. Утонула, но я утонула? Надеюсь, что... Что? Рыба утонула? А как? Ну, упала она у меня в воду. Но я надеюсь, что она у меня где-то в сумке. Где у меня? Да, вот она, маленькая рыбешечка. Самая обычная. Мне нужно три вытянуть. Или три вообще разных вытянуть. А мы можем какие-то коды ввести, какую-нибудь удочку получше купить? Вот прям вот хочется. Я, кстати, не гуглила, я не знаю по поводу кодов, не уверена. Так, вот тут кто-то продает удочки, а рыбов не продают. Я хочу купить удочку. Покажи удочки. О, вот какая-то за 300 денег. Вот еще какие-то удочки продаются. Вот наша стоит 0. Она вообще бесплатная. Может купить вот эту первую? Блин, у меня тоже рыба улетела. Блин. Ну, ты ее типа поймал? Ну, типа да, но она улетела. Мне не нравится вот этот принцип тряски. Причина тряски, так сказать. Ага. Почему я должен нажимать на эти кнопки... Тем более, что если я не нажму... Ли? Ну, конечно. Я может уже быть, не надо. Смотрю на донат. Ладно. Ладно, пока что давайте своими силами я куплю вот эту обычную удочку. А я поймал обычный кейс. Подождите, это там... просто кубик. Удача минус 70%. Я купила удочку, которая хуже, чем та, что у меня была, что ли. А зачем ты ее купила? Откуда я знала, какая у меня удача? Ну, нет, за обычные деньги. А, а за робоксы есть? Не знаю, пока не видела. Сейчас, мне надо три рыбы выловить сначала. Самое время. Ну, я посмотрела, но там непонятно. Тут же надо еще знать. Тут, оказывается, еще есть очень много миров, ребят. Это... Ого. О, не, вот это удобная удочка. Это удобная, да? Капец удобная. Тут на пол страницы вот это вообще ничего делать не нужно. Я вытащила сундук. Секундочку. Во, обычный кейс. Да? С денежками? А. Не знаю, что мне с ним делать. Да, сейчас открою. Денежками, видимо.
Ну ладно. Ну мне рыбу надо так-то выловить. Ну вот это удобнее, я вам говорю, купите за 300 денег. Там, может, удача хуже, но, по крайней мере, вам почти не надо двигать эту полоску и очень легко ловится. Хорошо. Но удача важнее, мне кажется. Но это потом, тебе пока любых три рыбы надо поймать. На 7 кило продал. Вау! Поймал. Купила. А продашь? О, я пойду говорить. Я вот, я молодец, я квест выполнила. А, подожди, у меня реально капец, у меня же много рыбки. Он говорит, заработай денег, чтобы удочку купить. О, господи, рыба на полкарте! Что? Вы видели? Это кто поймал? Это кто? Покажи рыбу. Рыбу покажи, капец. 104 уровень. Достань рыбу свою, а? Классная же рыба была. Здоровенная. У меня вот только... есть вот та маленькая, сейчас еще раз покажу, вот. У меня вот, где она? А, вот она. Я даже не видно. Рыба моя, рыба. Смешно. Так, о, Лен, ты с этой удочкой тоже? Да. Но с ней, правда, сильно удобно. Я какую-то крутую рыбу, ну как крутую? На сколько? Она 4,7 килограмма. Вот. Смотри, какая рыба. А ты что тут? Ой, вот а ты где посмотрела, сколько? А, 5,7 у меня, ничего себе. Ничего себе. А это у кого лодка? Это кто такой богатый? Да, мне кажется, катер тут какой-то лодок взял этих и улетел. Блин, я в камне, кажется, рыбу ловлю, ребят. Да. Ого. Проблема. Она там водится. Я думала, там только червяки. Да. Я сейчас у Ёши тут распугаю всех рыбов. Слышь. Да прикольно же, чё ты. Я, кстати, видела лайфхак, что можно какой-то код ввести и какую-нибудь крутую рыбу, рыбку, удочку крутую какую-то купить. Ага. Опа. Слышь, ты здоровую какую-то щуку поймал. Да, на 6,3. Ага, нормально. Ой, я такую же поймала, только маленькую. Так, ну что, у меня новый квест закончен. Итак, ребят, я нашла, куда вводить коды и... нашла какие-то пару кодов, но первый дал мне какие-то предметики, денег вроде особо не дал. А вот тут 1500 денег, это приятно. Так, другие коды, которые я использовала, не работали, поэтому только вот эти два работают. Вам тоже рекомендую. Пойду продам рыбов. Ребят, мне пока хватает только на вот это вот. Ну, в принципе, это немножко получше вроде удочка. Давайте попробуем. У меня какие-то еще наживки есть. Ничего в этом не понимаю, как в настоящей рыбалке, но вроде интересно. А еще тут какие-то чьи-то стоят клетки. И можно почему-то их собрать. Ага. Вот если я сейчас соберу, меня, ну, забанят за то, что я в чужую ловушку вот так залезла. А ты думаешь, у тебя получится забрать чужую ловушку? Мне кажется, не получается, это только для... ладно. Ага. Но я попробовала. Если что, меня могли бы забанить. Но не должны. Так, давайте посмотрим, что я выловлю с этой удочкой. Я, кстати, всех рыб продала, которые у меня были. Ага, я тоже. Может быть, это я плохо сделала. Может, надо было их сохранить на память рыбов своих. Возможно, но я продаю, чтобы купить новую удочку. Так, здесь менее удобная удочка. Но вроде бы... О, нормально. Тут хорошая рыба. Я вот тоже купил новую удочку, и как будто бы ничего не поменялось. Абсолютно. Ну как это? А ты какую купил? Сразу... За 900. А ты что, кот не вводил за 2000 вот эту? Да просто решил эту купить. Я сначала купила за 300, она довольно удобная. То есть там прям... Нет, рыба, не убегай! Я тебя поймаю. Но мне очень не нравится механика вот тряски. Прям раздражает. Мне не нравится, что я водоросль поймала. Так долго ловлю. Тоже неприятно. А поймала какую-то водоросль. А я как-то целый ящик, 8 килограмм какой-то поймала. Ага. Там была нарисована. Да, частенько их ловлю. Рыбка. Частенько? Ничего себе. Да. Я вот опять тряску пропустила. А что за странный водоворот открылся? Это где? Это чтобы пройти в какую-то другую локацию, доплыть и прыгнуть. Насколько я поняла из ТикТока. Мне почему-то этот рыбный ТикТок начал попадаться. И там есть еще какая-то новая... О, вон водоворот, я поплыла, короче. Давай. Пока. Пока. Удачи. Туда надо прям прыгнуть. Сейчас, короче, посмотрим. Кажется, я его вижу. Или туда надо ловить рыбу. А я, у меня лодки нет. Ой, я в водовороте не могу выплыть. Я сейчас утону, кажется. По-моему, да. Нет. Блин. Я немного не то сделала. Да. Ну, хотя бы попробовала.
Так, 8-килограммовый сундук я какой-то выловила. Сейчас давайте посмотрим. Да-да-да, вот там. Это вот прям классика. Угу. А я электрического карпа. Чей тут кораблик? О, а можно с вами? Необычный. Ой, опять я сейчас утону. Можно на кораблик? Ой, я куда-то плыву. Тебя пустили? Ну да. О, утро пришло, ура. А я с кем-то плыву. Дождь пришел, не ура. Хотя для рыбалки вроде это и хорошо, да? Да? Не знаю. Я тоже не знаю, я спрашиваю. А. Так, а мы вот приплыли к водовороту, где я утонула. Может, тут надо половить рыбку? Интересно, этот парень на летучем голландце, он ему не странно, что я тут сижу у него и рыбов ловлю? Пожалуйста, рыбка. Эй, рыбка! Что такая? Че ж она так вырывается-то? Капец, у него еще удочка какая-то классная. Удочка это классная там. Я не знаю, что это. Какая-то рыба полуторакилограммовая. А еще я, походу, его место заняла. Я сижу тут, а он стоит рядом. Может, надо как-то не так нагло сидеть. Ого, он рыбу поймал огромную, просто гигантскую, обалдеть. Сундуки какие-то вылавливает прям подряд. Вот как надо ловить рыбов, оказывается. Не, мне кажется, у меня нет разницы, где я ловлю. По-моему, не то чтобы у меня все получается, но сюда приехали, вон, ребята закидывают удочки, ловят что-то в этой... Ага. Интересно, вот так вот над новичками только издеваются, чтобы вот так вот держать удочку в определенном, этом вот, ой, куда-то меня увело, в определенном вот этом пространстве. А у тебя удочка же покруче? Да-да-да. О, господи, меня... Тебя же тоже так? Укатило куда-то. Ну, ребята просто тут рыбу вылавливают в секунду. Mm-hmm. Я пока потрясу, пока потом еще понажимаю, может быть, как-то тут это все немножко сложнее, чем кажется. Капец, а реально нельзя за робокс купить какую-то классную удочку? Вот и я не понимаю вообще. Я утоплюсь? Хотя нет, я не буду. Если я утоплюсь, наверное, это будет не очень хорошо. Как мне домой, кстати, вернуться? То есть пока он рыбалку не закончит, мы не уедем, да? Ничего себе, у него тут такая светящаяся, классная. Вам надо было тоже на этого летучего голландца садиться. О, слушайте, а вы можете себе какую-нибудь самую дешевую лодку купить? Ой, я очень сомневаюсь. Ну попробуйте. Сейчас посмотрим. Может, тогда сможете тоже сюда приехать и тут что-то половить. Он радуется, прыгает, наверное, поймал классную рыбу. Он выпрыгнул. Куда? Не, самая дешевая это 1500. А, да? Ну, мне скоро хватит. А, ребят, я прыгнула, и меня куда-то телепортировало. О, как. Ничего ты себе. Ты прыгнула в водоворот? Да, и да, только сначала в одном утонула, а, видимо, надо было в другой прыгать. А-а-а. Здравствуйте. Ничего себе. Что там интересного рассказывают? Ракушки продают. О-о-о. А я могу тебе рыбу продать? Так, я хочу продать вот эту рыбку. О-о-о. Хочу... продать вот эту рыбку тоже. Так, ну на 400 я заработала, но за эти деньги я могу только ракушку купить. Ну тут так прикольно, так загадочно. Ух ты. Ух ты, куда это я падаю куда-то? Вау. Нет, только не тонуть. Ничего себе. Дайте выплыть, пожалуйста. Ребят! Короче, ну-ка. Тут какая-то локация, к которой нужен ключ. И я видела в магазине этот ключ за 79 робоксов. Это же он? О. Я хочу купить. Ну, не знаю. Я надеюсь, что я сделала правильно. И что мне теперь? Я ключ купила. Вот он! Вот он ключ, так. А, он для красоты? Он для красоты, да? Не для того, чтобы я вот эти ворота открыла, да? 79 робоксов потратила. Угу. Все зря. Угу. Все зря. Очень странный здесь донат, ребят. То есть реально, видимо, чтобы выиграть что-то. Где я могу ключ найти? Вот, ключ. Ага. То есть удочку ключ купить нельзя. Спрятан в водах. А ключ для красоты можно. Да. Угу. Но он просто, ну вообще для красоты. Я вот его взял. Может, мне будет больше вести? Сейчас я попробую здесь рыбку половить. Вы, кстати, ребят, можете доплыть, только прыгайте в это, в ту воронку. Где... Не опасно. Нет, где сверху такая штука, типа... Ага. Просто в обычной я утонула, а в той нет, в той его телепортировала. Надо... Тот человек выловил ключ! Что? Вот этот огромный ключ, он выловил его! Обалдеть! Ну, наверное, но я не знаю,
как я его смогу выловить? У меня, блин, и удочка-то не удочка совсем. Да нет же, рыба, рыба, пожалуйста. Интересно, я смогу здесь выловить ключ? Нет, я какую-то сундук. Он опять выловил ключ, утонул. Я его хочу подобрать, отдайте. Он что, подряд, что ли, эти ключи вылавливает? У меня вот рыбка и рыбка поменьше, так сказать. Не, ну вообще это просто анимация такая, что оно там тонет. Да я понимаю. Хотелось просто ключ этот огромный, он такой гигантский. А что если он его выловил, почему он не идет тогда в ту локацию, что он тут вот рыбачит? Слушайте, мне кажется, что даже в жизни, наверное, рыбу ловить легче, чем в этой игре. Я только что 16-килограммовую какую-то рыбину поймала, между прочим, в этой локации. Поэтому я вам советую пойти утопиться в этом, ну... Да мы утопились в пещере какой-то тут кристаллы. О, здорово! Это мы тут рыбачим. Угу. Я камень огромный какой-то поймала. 20 килограмм целых. Интересно, я могу столько носить? Я тоже камень. 16, правда, кило. А может быть, чем тяжелее, тем дороже? Не знаю. Наверняка. За рыбу платят. Мне интересно, вот если я камень поймала, то как он вырывался у меня? Ну, типа, как рыба. Что там за музыка у них? Рыба-паук. Рыба-паук? У кого? Ого. У меня. Обалдеть. Так, я... Ой, какой-то классный. Я пойду попробую продать. А как продать? А как туда подняться? А тут нет магазика рядом? Он был, но там он как-то наверху. Я сейчас попробую в обход, но мне кажется, по местности... мы упали, девочки. Ну да-да-да. Так как-то забраться я не понимаю. Ты тоже где пошел? Продать? Да вот негде. Вот где-то там вот наверху продать, но я не нашла. А как мы здесь продадим все, что у нас есть? Проблема. Проблема. А если мы ресетимся, то все исчезнет, да? А я не знаю. Ну, давайте я попробую. Блин, Ульян, жалко. А, нельзя ресетнуться. А утонуть можно. Утонуть жалко. Тогда утонуть точно жалко. Все пропадет. Точно? Ну, я думаю, да. У меня вроде не совсем пропало. Мне что-то меня наказали как-то. О, ребят. Что происходит? Смотрите, что это такое? Туда можно прыгнуть? Да, это домой. Это домой? Класс. Я пошла домой. Я тоже. А, да, я ушла. Прикольно. Я пойду там... Интересно, сколько мне дадут за рыбу, которую я еле-еле выловил? Она какая-то редкая, 23 кило. Так, и 113 всего лишь. А рыба-паук? Что? 21. Я продала все, что у меня было, и мне всего лишь 1000. Ой, ладно. Это капец. Да, конечно. Может, надо было использовать что-то, какие-то наживки или еще что-то. Но пока что мы так себе рыбаки, попробуют в этом маленьком пруду что-то половить. А ну-ка. Интересно, выловится. Тут удочки есть. Может, что-то поинтереснее будет. Ух ты, я нашла, кстати, место с квестами. Возможно, их стоило взять в самом начале, а не тогда, когда мы уже куда-то сходили непонятно куда. Но, ребят, я вот что поняла. У этой игры очень высокий порог вхождения. То есть просто так вы не сможете такие, типа, о, сейчас стану крутым рыбаком. Неа, вообще нет. Вообще нет. Вы тут даже, блин, рыбу вообще не поймаю. Нет, рыбочка. Какая же она сложная, слышишь? Не уходи. Ну, селедка какая-нибудь или коробка. Опять камень выловлю. Не, какого-то карпа всего лишь. В общем, ребят, мы какое-то долгое время записываем это видео, но ничего не поняли. Он Ёж в лес пошел. Может, грибы пособираем лучше? Да. Кстати, отсюда нельзя ловить рыбу. Нельзя ловить рыбу? Не, не достаешь. Домик смотри. Есть. А может, у тебя просто удочка так себе? Вон, ну попробуй ты своей, классный, крутой. Да нет, я имею в виду, что там, ну, ребят, явно получше есть удочки. А у нас не такие. Просто. Не хватает лески. Нам. Но в любом случае, если вам понравилась эта игра, и вы хотите, чтобы мы сюда вернулись и разобрались, что это вообще, что это за ключ там вылавливается, вот такой же, только настоящий, а тут типа просто для красоты, он мне вообще ничего не дает, если что. Он у меня просто, я могу вот такую штучку надеть. И ничего не изменится. Вот, просто. Так что напишите в комментариях, и, возможно, мы вернемся. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока! Пока!